Первоуральск посетила Наина Ельцина. Вдове первого президента России рассказали о самом необычном здании нашего города и о том, как промышленный муниципалитет стал площадкой инноваций в сфере металлургии. Первую границу установил еще Василий Татищев, когда Петр I отправил своих ученых-мужей поднимать Урал, строить заводы, лить пушки. Об истории уральской металлургии говорят на границе двух частей света. Депутаты городской думы Светлана Титова и Алексей Берсенев рассказывают Наине Ельциной, как развивается промышленный Первоуральск. Вдова первого президента России была в нашем городе 10 лет назад и заметила, что с тех пор муниципалитет существенно изменился. Вы стараетесь чем-то удивить, что-то сделать, то есть, и поэтому, когда приезжают гости вот в Свердловскую область, почти всегда везут, прежде всего, показать Первоуральск и показать, что здесь делается. То есть мощь нашу уральскую стараются показать в Первоуральске. В Первоуральске Наине Ельциной рассказали о проекте «Будущее белой металлургии» и самом необычном здании нашего города – инновационном культурном центре. Его строительство было запланировано на федеральном уровне. Вдова первого президента России получила приглашение посетить высокотехнологичную шайбу. Есть смысл посмотреть? Есть, да. Приезжайте. И он один. Жителям Первоуральска есть чем гордиться, подвела итоги визита Наина Ельцина. Первый на Урале сохраняет репутацию динамично развивающегося муниципалитета. Алексей Вербицкий, Михаил Пиранков. Хроника дня.